Хотите сделать ваш Skyrim красивее? Тогда этот выпуск для вас, друзья. Лучшие модификации для Skyrim Special Edition. Они, кстати, и к стандартному Skyrim тоже подходят. Всем привет! Меня зовут Сагиров Иван, а это мой канал Мистер Кэт! Поехали! Если у вас Special Edition, вы можете зайти в меню модификации и найти вот такую вот качественную карту мира. Сейчас, друзья, мы посмотрим на нее поподробнее и сравним со стандартной. Друзья, хочу порекомендовать вам еще один выпуск по модификациям. Очень качественные и крутые, которые добавляют новое оружие, новую магию и еще много всего интересного. Зайдите, ссылочка внизу. Только посмотрите, все очень качественно. Очень-очень. Единственное, я бы придрался к шлему, он как будто с Лиги Героев, да? Ну что, друзья, вот наша стандартная классическая карта Special Edition. Ну, она, по-моему, ничем не отличается от легендарного издания. Качественно, все очень хорошо. Единственное, что дорог не видно. Можно хорошо приблизить и много всего разглядеть. Помню мое первое ощущение, вау, когда я открыл эту карту. Ну ладно, теперь давайте, друзья, теперь давайте сравним с модом. А вот, друзья, и модификация. Вы только посмотрите, какое освещение, какое качество. Очень-очень порадовали дороги. Вы обратите внимание, что они все тут детально прорисованы. Блин, здорово. Если вы хотите разнообразия, друзья, на заднем фоне это мой сынок Ванюша. Так что, ну, для тех, кто не знает. Ребята, пробуйте. Пробуйте. Вы не пожалеете. Давайте еще сделаем голосование по 10-бальной системе. Напишите вашу оценку. Я ставлю реально десяточку. Потому что карта реально здорово работает. Я не знаю по поводу теста, но я думаю, что тут тестировать. Что она будет глючить? Самое классное, что облаков немного, ну, это тоже, наверное, зависит от погоды, но реально карта достойна, друзья. Пробуйте. Очень крутая модификация Истинный Шторм, которая добавляет настоящую вьюгу в суровый Skyrim. Особенно рекомендую для тех, кто играет на выживание. И настоящий ливень. Сейчас, друзья, я сравню со стандартным Скайримом и покажу вам модификации. Друзья, это вьюга стандартной версии Special Edition. Skyrim Special Edition, освещение выше среднего немножечко. И, в принципе, давайте сравним. Ну, думаю, он не сильно отличается от легендарного издания. Вот такой вот снежок. По-моему, сильнее тут не бывает. Вот растяпа. Немножечко на мост заберемся. Отлично. А вот, друзья, а вот и модификация. Вы только зацените. Ого, я когда включил, думаю, да ладно. Не, серьезно. Вы только посмотрите, какое освещение становится. Как это все круто смотрится. Особенно для режима выживания. Настоящая вьюга, настоящая зима. Вау. Вау, друзья. Я рекомендую, я серьезно рекомендую эту модификацию. Теперь посмотрим дождь. Ну а вот, друзья, стандартный дождь. Skyrim Special Edition. Как будто еле-еле капает, да? Ха, нужно сравнить с модификацией. А теперь модификация дождя. Вы посмотрите, как они сделали. Вау. Очень круто. Не напрягает, но его стало больше. Он стал более объемным и крутым. Мне нравится. По-моему, эффекты добавили. Эффекты звука, эффекты грозы. Класс. Класс. Друзья, я ставлю тоже твердую десяточку этой модификации. Поставьте и вы. И напоследок, друзья, Skyland. Текстура высокого разрешения всего Скайрима, всей поверхности. И, между прочим, сейчас мы сравним. Не знаю, почему эта картинка у меня не загрузилась, но оценка максимальная, не просто так. Размер этой модификации 923 мегабайта. Это уже четвертая версия, друзья. И она
Очень крутая. Давайте сравнивать. Стандартный Skyrim Special Edition на максимальных настройках. Вот так он выглядит, но если мы посмотрим вниз, то мы увидим вот такую вот картинку. А теперь сравним с модификацией. А вот, друзья, и модификация. Вы только посмотрите. Трещинки и травинки. Все очень качественно, очень здорово выполнено. Вау! Вау, я, честно говоря, не ожидал такого. Я был поражен, друзья. Очень классно. Очень-очень классно все. Смотрим дальше. Теперь, друзья, давайте сравним возле камня Атронаха. Вот как это все смотрится. Вниз. Вуаля! И вот такая вот качественная текстура возле камня хранителя. Да и он, по-моему, смотрится как-то резче, да? Здорово. Очень здорово. Для тех людей, которые обращают на мелочи внимание, эта модификация очень понравится. Странная башня с флагами. По-моему, друзья, это флаги Моровинда. А? Как вы думаете? Ну ладненько, давайте сравнивать графику. А вот так вот, друзья, выглядит в обновленной версии. В обновленной. То есть добавлена вот такая вот дорога. Вау. Аж непривычно. Да и снег он, по-моему, как-то обработал. И он смотрится как-то по-другому. Качественно. Бесспорно качественно. О, прекрасный Solitude. Черт, как же классно. Так, и теперь давайте посмотрим на дорогу. Вот так вот она выглядит. А вот так вот, друзья, выполнена дорога модификации. Тоже очень неплохо, но кое-где, конечно, есть грешки. Я думаю, что будет еще и пятая, и шестая версия. Но в целом очень качественно. Земли изгоев, друзья. Так, сейчас мы тут сравним. Где он понабирал такую текстуру? Как будто реально снимки земли. Качество превосходное. Вау. И леса Фолкрита, друзья. Зеленые леса Фолкрита. Вы посмотрите, какая травка стала в Фолкрите. Черт, да тут не к чему придраться. Тут просто не к чему. Ого. Ого, ого. Ого. Ребята, эта модификация стоит. Стоит вашего внимания, черт подери. Я также ставлю ей твердую, твердую десятку. Вы тоже, тоже, друзья, поставьте вашу оценку. Вау. Давайте еще раз посмотрим. Вы только посмотрите. Каждую травинку, каждый бурьян, все так круто видно. Кстати, этот туман тоже с модификацией, я вам просто не показал. Ну и общее мнение, друзья. Общее мнение просто офигеть. Офигеть. Вы ставите просто эти три модификации, которые меняют вашу карту. Меняют текстуры. Везде-везде обалденно. Господи, даже внизу плохо видно, когда этот туман. Обалдеть. Меняйте погоду, и ваш Skyrim становится каким-то новым. Друзья, все ссылочки на Nexus, на легендарную, у меня будут снизу, снизу к этому видео. Устанавливайте, и вы, друзья, не пожалеете. Это действительно перевернет ваш стандартный Skyrim и превратит его в что-то новое. И, между прочим, не будет жрать ваши ресурсы. Лучшие, лучшие модификации на текстуру. Графики Skyrim 2018. Мистер Кэт рекомендует. Ладненько, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и комментируйте. И вы еще узнаете много всего нового и увидите. Все, друзья, пока. Счастья вам. И последняя модификация, друзья, на сегодня. Вы ее найдете только-только-только в черном пределе, так что вам придется, друзья, все-таки придется пройти главную сюжетную ведь. Ну, если вы прошли, то прийти сюда вам не составит труда, друзья, и зайти вот эту хижину. Да.